Следующая тема. Куницкий Алексей Эдуардович. Валерий Константинович, здравствуйте. Подскажите, у вас саженцы череши Боднера еще есть? Приобрести их у вас есть возможность? Дело в том, что... есть отклики на вебинар, но, наверное, я их оставлю до следующего вебинара. Видите, уже реакция какая-то есть. Вот. А может быть, потом перерывчик сделаем, посмотрим. Значит, объясняю. Саженцев черешни Боднера у меня давно нет, много лет. И у Сергея он даже не пытался их выращивать. В свое время вот, часть саженцев, на которых были привиты ветки, черенки, настоящие черешни, учитывая мощнейший подвой сибирской штамбовой вишни, правда, наука это не только не подтверждает, наука это отрицает категорически. Мгновенно, сразу после пересадки в чужие сады, превратилась в вишню. То есть черешня сразу, без промежутков, без этих, без не гибрид, ничего, а просто была черешня, вот такой лист, вот, стала вишней. Потом продолжил эту традицию Чернобаев, тоже пытался. Он у меня взял уже вишневые сады, были с генами черешни, долго объяснять, как я это добился. Ну, с виду вишня-вишня, вот такой лист. Вот, привил на вишню, получил роскошные черешни вот такие. Вот, один подарил мне, на второй год буквально опять полная. Это не называют деградация. Но подвойчий вишневый такое черешню сотворил. Он просто сильнее, он сильнее, и все. И черешня переродилась в вишню. Как после этого торговать саженцами? Я ответил на ваш вопрос. А косточек, да, косточек много. Урожай был неплох, я вам показывал, хвастался. Вы знаете, урожай дотянул почти до октября. Это бывает, когда урожай хороший. И когда вообще урожайный год, и уже не хватает птиц, чтобы сожрать вот годом раньше. Я не успел рот открыть. Не только что черешни сожрали, и вишни сожрали тоже кислые. А в этом году этого добра было почти до зимы. Так и висели уже на дереве. Уже мумифицировались, но висели. Вот. Уже вишни на дереве, когда чуть-чуть подвяли, они сахара набрали. И все равно не хватило птиц все это сожрать. Я вам показывал в своих фильмах. А вот что касается другого года, тут как повезет. Вот этот год повезло, и я смог заготовить вам косточки черешни. Вот. И начинать придется с них. Но опять, что будет, когда они вырастут? А какой процент будет? Вы же знаете, что лучший опылитель для вишни считается черешня. Вот как ни странно, это данные из научной литературы. Я их не отрицаю, я их не отвергаю. Вот. Но у меня-то вишни черешни растут куча в одной. Поэтому урожая обид не бывает, урожай. Но черешни косточки, что вырастет, я не знаю. Может черешня, может вишня, может какой-то вишня-черешневый гибрид. В скобках дюк. Есть такое понятие. Ну вот что я скажу. Поздавайте косточки, рискуйте. Я рисковал, я ем черешню.